Россия сосредоточила всю свою боевую мощь в Донбассе. Ситуация там чрезвычайно сложная, заявил президент Украины. Во вторник обстрелу подверглись Славянск и Донецк. В первом, как сообщают власти, погибли трое мирных жителей. Во втором разрушены две школы и несколько высотных зданий. Наступательная операция идет по всему Луганскому направлению. Глава областной администрации сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Бои ведутся в самом центре города, сказал Сергей Гайдай. На местном комбинате «Азот» взорвалась цистерна с химикатами. По сведениям украинской стороны, обстрел вел противник. Представитель самопровозглашенной ЛНР заявил, что емкость подорвали в ВСУ. Произошла утечка азотной кислоты. Жителей просят не выходить из укрытий. «Если Европа и свободный мир проиграют эту битву, эту войну, мы больше не будем в безопасности, потому что мы всегда будем подвергаться угрозе и шантажу со стороны Путина». Кремль торопится расширить подконтрольную сепаратистам территорию до получения Украиной крупной партии западного оружия, говорят аналитики. Тем временем власти Донецкой области призвали жителей не медлить с эвакуацией, так как, цитата, «в регионе больше нет безопасных мест». 3 дня назад обстреляли приют, бомбоубежище, где мы сидели 3 месяца. Сейчас там нет ни связи, ни воды, ни света, ни газа. Российские ВС также отметились ракетными ударами в северо-восточных районах Украины, в частности в Харькове. Продолжается борьба на юге. ВСУ отвоевали некоторые позиции в районе Херсона, который с марта контролируется Россией.